Во дворце спорта «Триумф» подвели итоги открытого первенства городского округа по футболу среди детско-юношеских команд. Матчи стартовали в мае этого года. В рамках первенства провели 130 игр. За звание лучших футболистов округа боролись 23 команды. Это более 500 спортсменов от 10 до 17 лет. В своих возрастных категориях первые места получили ребята из комплексной и спортивной школ Олимпийского резерва, футбольные клубы «Краскова» и «Балятина». Отлично прошло. Ну да. Все отлично. Нам понравилось очень. Очень приятно. Очень мы старались. Приятно, да. Поздравляю вас с окончанием футбольного сезона. Занятия физической культурой и спортом – это залог вашего успеха по жизни. Поэтому, ребят, занимаемся спортом. Родители помогаем в этом. Мы создаем условия и открыты для всех ваших пожеланий.